Сеном Клиник предлагает уникальные услуги на новейшем оборудовании. У нас вы можете пройти МРТ-обследование, УЗИ-диагностику, услуги ФГДС-кабинета по самым низким ценам. Запись по телефону 53 00 53, 50 26 50, 8 702 267 43 93. Здравствуйте, на Первом городском вы смотрите программу «Каждый день». Основная опасность детских неврологических заболеваний кроется в сложности их обнаружения. Если насморк у малыша заметит любая мама, то повышенное внутричерепное давление или последствия родовой травмы может диагностировать только хороший детский невропатолог. В Сеном Клиник ежедневный прием ведет грамотный врач, детский невропатолог Шайдулина Светлана Михайловна. Консультации по предварительной записи, за детальной информацией обращайтесь по телефонам 41 51 51 8 702 267 43 93. Сейчас прогноз погоды на завтра. В Мартуке без осадков, переменная облачность с прояснениями, днем минус 4, ночью минус 12. В Алге солнечная погода на протяжении всего дня без осадков, температура воздуха минус 6, минус 13. Хромтау также солнечная и без осадков, днем минус 7, ночью минус 14. В Батамше аналогичная погода, также минус 7, минус 14. Ветер юго-западный, порывы до 17 метров в секунду. В Шалкаре солнечно, без осадков, ожидается слабая геомагнитная буря. Днем минус 2, ночью минус 13. Если вы руководитель или собственник бизнеса, хотите повысить свои управленческие навыки, получить новые инструменты стратегического управления бизнесом. Уже третий год в Актобе Высшая школа бизнеса Алматы Менеджмент Университет реализует обучение по программе General MBA. За детальной информацией обращайтесь в бизнес-центр Дастан, первый этаж, офис Алмау Запад. Кинопремьера «Досье Тамады» выйдет в прокат 21 февраля. Задействован «Золото», актерский состав Дархан Дайрбек, Венера Нигматуллина, Азат Сетметов, Ганикул Жанов, Адил Есенбулатов и многие другие талантливые актеры. Фильм снят в жанре драмы с детективными элементами, рассказывает об истории мести, которая через много лет должна свершиться. Помимо этого, картина затронет события, которые происходили или могли происходить в жизни сотен людей, переживших захваты и рейдерство бизнеса в 90-е годы прошлого столетия. Городской дом культуры приглашает вас 24 февраля в 11:00 на музыкальный сундучок «Музыка с родителями». Адрес: проспект Победы, 31. Театр кукол «Алакай» приглашает маленьких зрителей и их родителей на спектакль «Русалочка» по мотивам сказки Андерсена 24 февраля в 11:00 на русском языке, в 12:00 на казахском языке. Цена билета 400 тенге. Третий год в Актобе реализуется программа MBA – магистр делового администрирования для руководителей всех звеньев и собственников бизнеса. За 2 года обучения вы получаете академическую степень магистр делового администрирования и повышаете профессиональную квалификацию. Слушатели программы MBA получают 3 документа – диплом государственного образца Республики Казахстан о присвоении степени MBA, диплом Алмау о присвоении степени MBA и именной сертификат о международной аккредитации AMBA. За детальной информацией обращайтесь в бизнес-центр «Дастан», первый этаж, офис «Алмау Запад». Многие нарушения в работе почек могут протекать бессимптомно. Своевременно выявить патологию помогут комплексные обследования и регулярные осмотры у детского нефролога. В Сеном Клиник квалифицированный врач, детский нефролог Альменова Айгуль Нурлановна проводит диагностику, лечение и профилактику заболеваний почек у детей. Сохранить здоровье своих деток, предупредить заболевания почек, эффективно и безопасно преодолеть их – все это возможно в Сеном Клиник. Оснащение клиники позволяет проводить все виды диагностики и применить все методы консервативного лечения. Запись на прием к врачу по телефонам 41 51 51 8 702 267 43 93 8 778 303 67 28. Вы смотрели программу «Каждый день». Увидимся скоро на Первом городском.
Сенам Клиник предлагает уникальные услуги на новейшем оборудовании. У нас вы можете пройти МРТ-обследование, УЗИ-диагностику, услуги ФГДС-кабинета по самым низким ценам. Запись по телефону 53 00 53, 50 26 50, 8 702 267 43 93.